Считать срок исковой давности. Если у вас проблемы с кредитами, то помните, ваш кредитор ограничен во времени, чтобы подать на вас в суд. И вот этот период времени, он высчитывается. Называется это срок исковой давности. Но считается он по-разному. Зависит это все от типа кредита. Прямо сейчас откройте свой кредитный договор. Если у вас в договоре есть график платежей, то нужно посмотреть последнюю дату по этому графику и плюс 3 года. Это ваш срок исковой давности. Следующее. Если у вас есть пункт про выставление заключительного счета, то ваш срок исковой давности равняется плюс 3 года с момента выставления заключительного счета. Причем он может быть вам выставлен хоть через 5 лет. Третий тип – это когда у вас вообще нет ни графика, ни пункта при заключительный счет. В этом случае счет исковой давности – считается после внесенной тобой последнего платежа. Плюс 3 года. Если есть вопросы, пиши.